За историю существования автомногоборья «Виртуоз руля» в нем поучаствовало немало вузов города. Сегодня на трассе полусотни участников со всего региона. Скоростное маневрирование, слалом, гараж и узкий дворик. От экзаменов ГАИ отличий практически нет, но здесь счет идет на секунды. Из конкурса факультета за 8 лет гонки превратились в масштабное автомобильное соревнование. 2002 год. Было 10 участников, закрытый чемпионат автотракторного факультета ЮМГУ. Потом постепенно был университет, потом постепенно сегодняшних соревнований был компания, а точнее, еще автотранспортный техникум, потом город, сейчас уже область и регион. Водительское удостоверение и автомобиль – вот главные критерии отбора участников. К тому же водители обязательно должны быть студентами или аспирантами. Хотя в соревновании принимают участие и школьники, которые имеют лицензию Российской автомобильной федерации. Небывалый интерес к автомногоборью стали проявлять и девушки. Некоторые из них не уступают парням ни по скорости, ни по мастерству вождения. На счету у многих ни одна победа. Первые места, и вторые, и слалом, и спринт. И фигурное вождение тоже. Бессонные ночи перед выступлением многие участники провели, перебирая двигатель и подкачивая колеса. В заезде и старенькие копейки, и новенькие иномарки. По словам организаторов, класс и возраст машины значения практически не имеет. Иные водители с легкостью получали призовые места на ВАЗовских пятерках и семерках. Так что не исключено, что у отечественного автопрома еще есть шанс на победу. Юлия Анфалова, Павел Матвиенко, Василий Швачко, СТС, Челябинск.